печенье. Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Рейс задерживался, и ей пришлось ждать несколько часов. Она купила книгу, купила пачку печенья, и чтобы скоротать время, села в кресло почитать. Рядом с ней было пустое кресло, на котором стояла ее сумка и лежала пачка печенья. Она открыла книгу, взяла печенье и начала читать. А рядом, через кресло от нее, сидел мужчина, который читал журнал. Он тоже взял печенье. Девушка разозлилась, но ничего не сказала. И всякий раз, когда она брала печенье, мужчина тоже брал печенье. И это взбесило ее еще больше. Но ей не хотелось устраивать скандал, тем более в аэропорту, в людном месте, на глазах у всех. И она продолжала молча читать. Когда осталось одно печенье, она подумала: интересно, что сделает этот невежа? И словно услышав ее мысли, мужчина взял последнее печенье, разломил его пополам и, не поднимая глаз, протянул ей половину. И это было пределом. Она вскочила, схватила свою сумку и ушла прочь. Уже позже, когда она сидела в самолете, она полезла в сумку за очками и вытащила оттуда пачку печенья. И вспомнила, что после покупки сразу положила ее в сумку. И человек, которого она считала невежей, делился с ней печеньем просто из доброты, не испытывая ни малейшего гнева. Прежде чем гневаться, подумайте, может быть, не правы именно вы.